В уголовных процессах о фиктивной вакцинации фигурируют с десяток медиков. По этим фактам полиция уже завела около почти двух десятков уголовных дел. Об этом передаче ТЧК заявил глава госполиции Армен Цырукс. Обладателей ложных сертификатов полиция может освободить от ответственности, если они признаются. Постоянно, вот, скажем, сегодня опять, да, пишет, что в одной из клиники, да, в одном отделе, да, находится пациент такой-такой, который признает, что сертификат вакцинации подделан, пишет врач. Да. Есть такие люди, которые сами обращаются. Мы, конечно, со стороны полиции будем в таких случаях, если человек понимает, сожалел и все остальное, и сотрудничает с следствием, с нашей стороны будем инициировать вот эту, то есть освобождение от уголовной ответственности, то, что предусматривает закон уголовного процесса. Да, но это не только освобождение для тех, кто делал эту прививку, ну, то есть фальшивую, этот сертификат выдавал, или для тех, кто прививался, для кого? Не-не-не, которые получали вот эту услугу незаконную, да, то есть те, которые сами, то есть медперсонал, да, там, ну, извините, там тут уже вопрос очень серьезный.